Я вам буду сегодня рассказывать про мифийские яйца, потому что появились очень много новых способов. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше 2 лет, а это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Кусик Попов на связи, и сегодня у нас выходит новый бомбический и топовый ролик, а главное информативный и главное по бизнесу. Очень рад всех видеть, так что, ребята, перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также, ребята, отвечая на чат, задаваем вопрос: Костя, как же попасть к тебе в друзья? Тогда, ребят, отвечаю, чтобы попасть ко мне в друзья, и главное, очень быстро, то вам нужно описать мой прошлый ролик, о чем я там рассказывал, что я там делал, ну и в конце указать свой ник в Roblox. Если что, это нужно все сделать под этим роликом, то есть мой прошлый ролик описать и написать это здесь. Так что не забывай об этом. Ну что ж, буду сегодня принимать всех на свой основной аккаунт, именно на Костю Попов, так что дерзай, всех жду. Ну и также погнали к ролику. За этот ролик бы, ребят, я бы хотел набрать, ну вот давайте наберем 168 лайков. Как только мы набираем 168 лайков, так сразу я выпускаю новый топовый видеоролик. Так что не забывай. В общем, также, ребята, как вы знаете, Бисмос произошел, грубо говоря, это вторая часть, наверное, их будет части 3, либо это дополнение, либо часть 2. Что я хочу вам сегодня рассказать, ребят, как вы поняли, по названию ролика я вам буду сегодня рассказывать про мифийские яйца, потому что появились очень много новых способов, да. И также, когда вы только заходите в игру, хочу напомнить то, что вы при заходе в игру сразу получаете вот такой топовый баф. Очень классно, он у меня уже прошел, потому что меня дома не было. Как вы знаете, на моем канале стримил мой друг. Кстати, спасибо, ребята, что его восприняли очень хорошо. Он мега рад, то, что я постримил. Также я ему тоже дал такое вознаграждение. То есть, скорее всего, ему уже пришло вознаграждение за то, что он провел на моем канале стрим, и не только. В общем, да. Давайте же объясню, за какие способы есть добывание мифик яиц. В общем, ребята, как вы помните, у меня есть самый популярный ролик на моем канале. Там все способы добывания мифик яиц, вы можете, в принципе, его посмотреть, но давайте же расскажу про новые способы. В общем, ребят, чтобы получить мифик яйца, вам нужно, выполнять у пчелы-медведя квесты, вы проходите квесты, получаете за них вот такие вот подарочки. Эти подарочки вы можете каким-либо NPC-шкам отдавать, давайте я вам даже покажу, как это, в принципе, работает. Но вы можете сходить и отдать вот этот подарочек, допустим же, тому же Анету. То есть вы подходите, давайте, я надеюсь, что мне сейчас баф не даст, по идее. Ну, в общем, давайте, я даю подарок Анету, ребят, вот, я даю ему подарок. И за это я получаю всякие интересные плюшки. Также, вот видите, получаю шапочку на елочку. И также я могу теперь открыть новый подарок. Теперь у меня еще всякие плюшки интересные будут работать, когда я отдал, в принципе. А нет, мне нужно пройти квест. Топа, у меня были всякие штучки, всякие интересные вещи даются, в принципе, как обычно. И как видите, когда мы отдаем подарочки, получается, кому-либо, у нас должны открываться как бы гифт-боксы, то есть именно подарки вот такие огромные за прохождение квестов и за отдачу подарков. У нас должны открываться вот такие вот подарки. Но когда у вас их уже много, допустим, вы выполнили очень много квестов, у вас уже больше подарков. Из каких подарков нам уже начинаются выдаваться мифик яиц? Там очень много мифик яиц дается, так что с каких подарков начинаются выдаваться мифик яйца? Если я, вот сейчас я с ребят, по прошлому году, как было в прошлом году, у нас начинали выдавать мифик яйца вроде как с 10 либо с 9 подарка, в этом году я точно не знаю, но могу определить по цвету, когда нам выдаются мифик яйца. Вот поэтому я тут ничего не скажу, тут скорее всего фестивальные ростки, что-то такое будет даваться в этом 9 боксе. А вот тут у нас, короче, давайте я вам скажу точно, вот с 12 подарка нам, скорее всего, будут уже выдаваться мифик яйца, и можно таким образом нафармить много. Да даже если, ребят, у вас там, допустим, средняя прокачка, вы, я думаю, 100% за весь бисмос, видите, у нас до конца бисмоса 88 дней, даже можно сказать 89 дней. Поэтому за вот такой огромный срок вы 100%, во-первых, хорошо развеетесь, потому что в бисмосе намного легче фармиться, потому что всякие плюшки нам добавляют, там бафики и все такое, шапочки можно добывать, эти шапочки одевать на пчелы, они тоже будут, то есть вы будете сильнее фармить. То есть это огромный плюс, то есть давайте судить, вы, наверное, получаете уже с 12 по 15 подарок, то есть гифтбоксы.
вы получаете мифические яйца. Чем лучше подарок, тем чем он выше, то есть, допустим, 12, 13, 14, 15, то есть... В 15-м подарке нам, по идее, дают по 5 или по 3 штуки всяких мифических яиц. Там всего много будет, как, в принципе, это было всегда в бизнесе. То есть, вот так вот. Но начинаются мифические яйца, вы можете их доставать уже примерно с 12-го подарка, потому что я могу это сказать по цвету. Скорее всего, тут лежит либо одно и какие-то подарки, то есть одно мифическое яйцо и какие-то подарки, либо тут лежит два мифики яйца, может, 3 даже лежит мифики яйца. Честно говоря, еще пока не открывал, но скоро мы в роликах узнаем. Я думаю, ребят, вам будет ли интересно, если я буду снимать, как я открываю подарки, как я выполняю квесты по бизнесу. Интересно ли вам будут такие ролики? Если да, то я, конечно же, буду это снимать, потому что я ваше мнение всегда слушаю, снимаю, притом каждый день, и я даже могу в каждый день, ну, может, по 2-3 ролика выкладывать, то есть, как будет по обстоятельствам. Так что, ребята, вот такая вот тема, жду и вашу, как бы, активность в комментариях, напишите, хотите, нет. То есть, с 12 по 15 подарок мы получаем мифические яйца. Вот с этого 15-го подарка вы просто кучу всего получите. Там столько навалит всяких яиц, и мифик яйца, и подарок вот такой, который сейчас нам дается бесплатно. К сожалению, он у меня прошел, жалко, не пофармил под ним. Но в любом случае, а что я могу поделать? Меня дома не было, на моем канале проводился стрим от моего друга, и в принципе подарок просто истекает, когда вы даже находитесь не в игре. То есть вот такой вот, как бы, прикол. То есть, ребят, выполняйте с 12-го, вообще выполняйте все подарки и открывайте, в принципе, вот такие гифбоксы, а именно вот такие большие подарки. Но говорю вам, мифик яйца можно будет нафармить с 12 по 15 подарок. Их будет очень много, так что, ребят, нафармите много себе мификов. Также, ребят, где вы еще можете достать мифик яйца? У нас вот есть такой вот бир-каталог, то есть вот тут сверху написано бир-каталог. То есть и бизнес такой каталочек. Здесь вы тоже можете получать всякие интересные плюшки. Смотрите, допустим, тут вы можете всякие штуки интересные покупать. Но самое интересное начинается тогда, когда вы можете здесь купить за 500 снежинок и 100 джинджербредов. Конечно, это не очень выгодно, потому что легче уже накопить 500 джинджербредов на 50 супер смузи, потому что это будет реально очень выгодно. Вот я сейчас, ребят, коплю себе на топовую палочку. Вы говорили: Кози, ну когда ты уже купишь себе эту топовую палочку? Ребят, я уже на нее коплю. Сейчас буду выполнять квесты, чтобы, конечно же, ее приобрести. На видосик буду ее тоже покупать. Надо квестов выполнить. Ну, в принципе, это будет не тяжело. И мне осталось только 50 супер смузи и 75 свердлит баксов. В принципе, свердлипаксы — это у нас вроде как это жесткая тема. Да, свердлипаксы — это самые вроде бы топовые вот эти воск. Это самый топовый воск, если я, конечно, не ошибаюсь. Вот, свердлипаксов, у меня только их 15, но это да, это самые жесткие. То есть их очень тяжело крафтить, давайте даже посмотрим. Ну, в общем, ребят, тут вы тоже в этом бир-каталоге можете купить мифике яйцо. То есть вы получаете, можете купить в бир-каталоге мифике яйцо и также выбить мифике яйца с подарков. То есть открывайте подарки, вам даются мифике яйца и не только, там вообще много всяких призов, так что, в принципе, это очень классно. Это пока что все новые способы, в принципе, ну, я бы не сказал то, что это прям новые способы, но это реально новые классные способы, где вы можете добывать. Вот видите, как оно крафтится, это просто, ребят, капец, честно скажу, вот это то, что мне нужно будет только тратить. Ну, в принципе, ничего страшного, я-то насобираю, ничего, в принципе, насобираю, все будет, в принципе, скоро увидите. Ну и также, в принципе, показал вам вот эту штуку. В принципе, как-то так. По мифик яйцам я, наверное, уже закончу, потому что это у нас все такие способы, как можно добыть. В принципе, надеюсь, что вы поддержите меня за этот видос, потому что по факту я рассказал про все новые способы, а именно в бизнесе. Это способ, бизнес способы добывания мифик яиц. Используйте, пока у вас есть время, у вас ровно, ну, давайте скажем, 89 дней, потому что 88 дней и 13 часов. То есть округлим, 89 дней у вас на прохождение этого бизнеса. Я уверен, что даже если у вас средняя прокачка, вы же не только будете вот эти квесты выполнять, вы же будете и фармиться, и выполнять квесты. В общем, всего много интересного. Вы, во-первых, прокачаетесь, во-вторых, вы откроете все боксы и еще сильнее разовьетесь. Так что, ребят, выполняйте сейчас все абсолютно квесты, добывайте все классные
подарки, потому что это все вам пригодится. Также открывайте все вот эти топовые шапочки, потому что это реально топ. Смотрите, каждая шапочка нам дает какие-то интересные бафы. Я вот только что отдал подарок Анету, и мне далось 25 конверт рейсу, то есть у меня теперь плюс еще ко всему моему апгрейду моего персонажа, плюс 25% конверсии. Также еще 25% на... увеличение на Mountain Top Field, то есть на, где у нас поле за 25 пчел, у меня плюс 25% увеличен на том поле портфель. Ну и также ко всем полянам, если я фармлю палкой, плюс 20% к фарму палки. То есть это тоже офигенно, ребят, это максимально очень круто, как я считаю. То есть пишите свое личное мнение, как вы считаете, но я считаю, то, что это топчик. Как вы помните, я еще вам очень давно, когда еще Бисмос не выходил, до Бисмоса было примерно месяц или два месяца, я вам говорил, то, что квесты будут вообще, Бисмос будет легкий. Я вам скажу, Бисмос, они всегда легкие, ребят, но многие скажут, то, что реально в этом году, в принципе, как и в прошлом году был, ну, блин, Бисмос как Бисмос, прям очень легкого Бисмоса не было, но они и так все легкие, ребят, я не знаю, что вам было сложно, даже когда я был не сильно прокачан, я, в принципе, это все выполнял классно. Что тут самое сложное, это вот у робо-медведя нужно выполнять вот этих мега мохитосов, вот этих мух убивать, вот эти конг турелей, то есть вот это да, это тяжело выполнять. А по остальному, вот допустим у той же пчелы медведя, там в принципе не так уж тяжело все выполнять, так что, ребят, дерзайте, выполнять у вас на все про все 90 дней, ну округлим, 90 дней у нас, короче, а именно 89, так что, ребят, проходите, я уверен, то, что скорее всего, ну из моего канала процентов, наверное, 95 подписчиков пройдут этот Бисмос. Потому что, ребят, я знаю, то, что вы реально работяги, вы офигенные парни, также офигенные девочки, вот. То есть, ну, у нас есть и девочки, и мальчики. Ну, в общем, ребят, всем удачного Бисмоса, всех, опять же, с Новым годом. На связи был Костик Попов, вот такое вот видео получилось. Пиши, какую тему ролика ты хочешь следующую, о чем мне тебе рассказать, о чем тебе интересно знать. Все, всем пока-пока, на связи был Костик Попов, оставайся добрым, будь мудрым. Ну, а завтра мы увидимся на новом топовом ролике.